Лицемерие подбешивает вообще. Меня раздражает, что когда человек не то, что он есть на самом деле, а то, с чем он пытается казаться, но на чем он не является. Потому что химера, она очень похожа на истину, но таковой и не является. По наитию происходит, интуитивно. Ну, интуицию же не отменял никто еще. Ну, а потом через это ты чувствуешь какой-то укол, да, или толчок. И начинаешь прислушиваться к человеку. А уже на материальном уровне, в этом поле, да, ты начинаешь понимать. А ты же это говорил. А сейчас ты говоришь по-другому. Или ты говорил так, а делаешь не то. Ну, и все. И начинаешь раскручивать этот клубок. Становишься колобком-следователем таким. Раз, размотал, и получается, что... Не, дружище, ты вообще... Нам с тобой не по пути.